Продолжаем разбирать задачи на окружности. И номер 2193. Площадь круга равна 625, деленное на π. Найдите длину его окружности. Так, что мы можем сделать? Давайте вспомним формулу площади. Формула площади – это πr квадрат. Πr квадрат. И давайте вспомним формулу длины окружности. L равно 2πr. То есть нам понадобится радиус в любом случае. Значит, мы из площади должны добыть радиус. Площадь – это 625, деленное на π, равно πr в квадрате. П-п-п. Ну, давайте поделим все на π. Тогда это получится r квадрат равно 625 делить на π квадрат. И чтобы избавиться, да, нам же не радиус в квадрате нужен, а просто радиус. Сделаем корень. Корень из обеих частей. Получается, что радиус будет 25, деленное на π. Хорошо, радиус достали. Возвращаемся к нашей формуле дуги окружности. L равно 2πr. Так, L равно 2πr. Подставляем. L равно 2 умножить на 25, умножить на π и поделить на π. Так, сейчас я красненьким обведу. Вот он наш радиус. Вот он наш радиус. Что произойдет? π сократится, а 25 мы легко умножаем на 2, это будет 50. Значит, длина такой окружности 50.